Всем привет, пацаны и гости моего канала, у микрофона как обычно Бог, и сегодня мы будем открывать кейсы на всеми вами любимом сайте, который называется easydrop.top. И сегодня, ребята, я закинул на свой баланс 30 тысяч рублей. Мы сегодня подкрываем все бесплатные кейсы, даже шестой, да, такое возможно. И конечно же попытаемся что-нибудь вкусненькое забрать с топ кейса. Но чтобы у вас было больше мотивации досмотреть это видео до конца, предлагаю вам поучаствовать в моем новом конкурсе на 182 рубля на ваш Киви кошелек. И чтобы принять участие и выиграть, вам нужно выполнить только одно условие: написать к этому видео 2172 комментария. А уже завтра, пацаны, как обычно в моей группе ВКонтакте и как обычно в прямой трансляции, я подведу итоги. Ну а ты прямо сейчас бери чаечек, печенюшки, а мы погнали смотреть видос. Ну что, время открывать кейсы, пацаны. Еще раз всем привет, может быть вам приятного аппетита, кто сейчас кушает. Сразу же забираем бонус. Кстати, в Телеграме есть 2-3 промокода ежедневно на вот этот вот барабанчик. Можешь подписаться и каждый день забираешь какую-то интересную халяву. Вот, поэтому промокод CSGO Телега в описании будет. Смотри, бесплатные кейсы. Нам сегодня доступны, получается, все бесплатные кейсы, которые только есть на EasyDrop. И на самом-то деле я давненько не залетал на этот сайт. Хоть и ролики по этому сайту выходят часто. М-ка Хрусталь. Вот с первого кейса просто М-ка Хрусталь. 694 рубля с бесплатного кейса. Просто берет и сходику-пароходику выпадает. Отлично. Короче, пацаны, уже дня 4, наверное, не открыл еще один Хрусталь. Я думал, сейчас выпадет. Да, дня 4 уже не открывал кейсики на EasyDrop. И на самом-то деле немножечко соскучился. Все как-то не до этого было, и вот все-таки решил для вас закинуть 30-ку и показать вам вообще, что к чему, какие шансы есть. Кстати, это практически тычковые ножи, но, к сожалению, нет. Ладно, эмочка Хрусталь уже компенсировала нам бесплатный кейс под номером 1, и, конечно же, черед пошел кейса номер 2. Напишите, пожалуйста, какой у вас самый любимый бесплатный кейс. Вот вы когда закидываете денежку, где вам более-менее всегда везет, и какой кейс вам приятнее всего открывать. У меня это бесплатный кейс под номером 3. Чаще всего за всю жизнь, что я открывал эти кейсы бесплатные, мне именно с третьего кейса выпадал что-то интересное. Сегодня проверим, кстати, ту теорию, будет ли нам дальше падать с бесплатного кейса номер 3 что-то, или может быть по-прежнему сегодня будет, ну, такой шлак выпадать, знаешь, как пока что это происходит, хоть мы еще особо ничего жестко не открывали, но пока что ничего не предвещает беды, как говорится. Посмотрим, что в себе содержит бесплатный кейс под номером 3. Кстати, пацаны, кто не понимает, как работает принцип бесплатных кейсов, я объясню. Может быть, те, кто новенькие, сразу же заходите на сайт, и при пополнении баланса вам доступны бесплатные кейсы. Ну, в качестве вознаграждения от сайта. Охренеть, там чел просто выбивает. И, соответственно, чем больше вы пополните баланса на этот сайт, тем выше вам доступен бесплатный кейс. Например, если ты пополняешь баланс 500 рублей, ты можешь открыть первые два кейса. Полторы, по-моему, вот этот. Можно даже почитать здесь, да? А, на 1000. Смотри, бесплатный кейс под номером 4 ты можешь открыть, если там до 5000 пополнил. И вот пятый — это уже 10 тысяч, а шестой — это уже 30 тысяч. Вот, кстати, пруфы, что я баланс сам пополняю. Давай сразу вот такой кейс откроем разочек. Чисто ради эксперимента. Вот не стандартно, не по цепочке пойдем. Да, работает, работает, работает. Поверхностная закалка за 6000 рублей. Вот это называется выбили систему. Слушай, ну хорошо, бесплатный кейс под номером 6, конечно, сегодня зарешал. Потому что мог бы вообще ничего не дать. Пока что, ребята, баланс мы свой не трогаем, а у нас уже есть около 7000 рублей. Чисто с бесплатных кейсов, и вот за это я и люблю EasyDrop, потому что он с бесплатных кейсов может выдать то, что вообще сайты в принципе не дают, когда закидываешь бабки. А он просто с бесплаток херачит, ему вообще нормально. Слушай, ну нормально, так прям приятненько, приятненько, скажу я вам. Так, оп, и пойдем, наверное, дальше открывать пятый кейс. Медленно его также открываем. Здесь вообще много сочных скинов, которые нам могут выпасть. Я, например, хочу Дигл Пламя. О, о, блин, если бы это сейчас выпало, он 1060 же сейчас стоит на торговой площадке. Это прям жестко. Оп, и последний скин. Ну ладно. Что ж, у нас по идее довольно-таки неплохой дроп. Предлагаю все, что у нас есть, засунуть в контракт обмена. Ну, не считая ножа, ножик я постараюсь сегодня засейвить. И 750 рублей прямо сейчас отправляйте в контракт обмена, пацаны. Если вы еще не поставили лайк, обязательно нужно это сделать. Ну, 760 рублей, по сути, в ноль. Предлагаю еще один контрактик сделать из всего вот этого вот. И поехали смотреть. Слушай, ну пацану реально там неплохо так падает. 780 рублей и... ну, 900 рублей с Айрекс. Вот теперь можно его даже засунуть в апгрейд. Ребята, все, оттягиваем момент, когда мы будем уже открывать жесткие кейсы. Но, знаете, немножечко стоит иногда подождать, чтобы потом насладиться вот этим кайфом просто реально. Это наш? А, ну ладно, понятно. Все понятно, EasyDrop. Ладно, ножик он нам сегодня дал. Ножик он нам сегодня сейванул. Давай тогда, ну, отблагодарим его открытием какого-нибудь интересного кейса. Шанс ножа 80%. Поехали. Получится сегодня что-то выбить с этого кейса или нет, не знаю, непредсказуемо. Один раз я его хочу открыть. Ширп. Какой ширп? Легенды? Легенды! Сколько? 23 тысячи. Охренеть.
Я думал, он будет дороже, но на этом спасибо. Я сейчас вообще не ожидал. Да все, по идее, мы двумя ножами окупили весь баланс сегодняшний. Неплохо. Охренеть, как неплохо, пацаны. Поставьте за это лайк, ну от души просто. Ножик, лор, легенды. Охренеть. У меня давно такого не было. У меня прям давно дождь из пули, прощальная скал. Сколько эта вся тема стоит? 6500, подожди, а что там так дорого стоит? Не, ну мы баланс точно сегодня купили. Давайте это все пока что будем сейвить. По три разочка. 9800, и ладно, ты что ты творишь? 2900, смотри, как выдает тайное сегодня. Не, ну это просто лютое тайное какое-то. 2500. Что, он не перестанет, типа? Он не перестанет, да, выдавать? 3000. Окей, надо топ-кейс еще открыть. Слушай, фух, что-то я прям не ожидал такого от тайного сегодня. Знаете, чаще всего он вот так вот прям сходу не дает. Да, что? Чистая вода? Сколько? 15к. Слушай, ну это просто пипец. Закинули 30-ку, уже есть 69к. Просто с лютого сходу, я не знаю, как это работает. Давай, ну просто Danger Zone откроем немножечко. Чисто его на проверочку. Смотрите, вообще прям мертвый кейс. Оп. Я просто думаю, может что-то выпадет желтенькое отсюда. Только не моча. Так, ну давай ножик. Ножик. 2000, смотри, ладно, откомбэчил немного. Еще откомбэчил, но это неинтересный кейс, я понимаю. Давай перчатки, давай просто 4 раза откроем кейс перчаток. Может быть какие-то 1000 за 5, если выпадут, уже хорошо. Я хочу еще как минимум разочек открыть топ-кейс сегодня, пацаны. И надеюсь, нам сегодня что-то этому поспособствует. Так, ну такое пока что. Давай еще. 6000, отлично. Все, на топ-кейс хватает, можно даже вот так разочек. О, хорошо. Так, так, блин. Ладно, последний. А, подожди, нам уже не... нам хватает или не хватает? Я что-то заигрался, блин, подслил нормально так бабок. Поехали, еще один топ-кейс. Пацаны, ваша поддержка, ваши лайки обязательно. Давай, давай что-нибудь. Ну, блин, АВП распространение, это на самом деле не так уж и дорого. 3300, окей. Откроем тогда изи-нож. Почему нет? Изи-нож стоит нормальных таких денег. 70к мы выбили, то есть 2,5 раза мы уже купили наш баланс, наш депозит. Это довольно-таки неплохо, я считаю. И что у нас по ножикам? А вот ничего не выпало по ножикам. Ладно. Хорошо, давай разок откроем, повезет, не повезет. Есть, 8000, ну давай еще раз. Ага, 2 раза нож открыл просто, пацаны, на последние шансы, на последние силы. Слушай, ну меня это прям устраивает, окей. Так, 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 вот эти все скины мы сейвим. А, я что-то, блядь, я за 28к что-то продал, лор, ну какой баран просто, пацаны. Реально не хотел продавать. Окей, окей. Ну, сделаем тогда для вас контент, ребята. Сделаем для вас контент, продал лор. Без проблем. Я честно хотел его забрать. Случайно его тыкнул. У меня, блин, солнце тут светит. Не заметил. Азимов. Ножик. Хорошо. Слушай, так это вообще шикарно. Что нам? 8. Да вот забираем, конечно, пацаны. Не-не-не. Все, я больше ничего не буду сегодня продавать. У нас и так баланс такой громадный, блин. 2 ножа вообще падает. Азимовы падают. Все. Ничего не предвещает беды, как говорится. 2 и 4 раза, может, повезет. Раз. Еще 4 можно. Ножик продадим. И еще 4. И еще 4. И последние 4. Все, ладно. 15к на балансе. Это огромный все равно баланс, если так подумать. Блин, ну давай 2 топ-кейса полетели. Что-нибудь сегодня точно уже, ребята, мы из этих топ-кейсов заберем. Надеюсь, что что-то нормальное все-таки выпадет. Вулкан и кровавая паутина. Сколько вы стоите? 8 и 6. Отлично. Как раз-таки на 15-ку и выпало. И суммарно у нас уже 96 тысяч. Отличный просто ролик получается. Я даже не ожидал, что будет столько. Но пойдем попробуем на золотом кейсе как-то промануться. 5к. Вот это зашли просто в него. 300. Может, что-то еще выбьем отсюда? Не, уже наверное, поздняк, да, с него что-то выбивать? 4500. Не, походу еще можно. Я вообще не знаю, как работает эта система выдачи. Ну, давай посмотрим. Еще есть 2000, еще 10 золотых кейсов открывается. Надо что-то отсюда тоже подзабрать. Обязательно, пацаны. Но... А, золотой кирпич опять выпал, смотри. Шикарно, давай еще 10. Давай еще 10, почему нет? Еще 3500 на балансе сейвится. Ножик, нет. Баскил выпадает. Еще один баскил, сколько это стоит, блин? 2700, окей, фастом. 2, надо дигл, надо уже что-то сейвить, пацаны. Надо уже по-любому что-то сейвить, потому что таким образом мы нахрен все можем слить быстренько. Давай, еще 10 раз открываем и будем, наверное, уже забирать. Ну, сотку есть, просто есть. Мы ее забрали. Отлично. Может, еще что выпадет? Нормальное такое пацанское. Золотой кирпич, золотой спиралью и много так-то чего выпало. Сколько? 5800. Продаем. Слушай, так это вообще нормально прям падает. Это прям люто жестко падает. У меня даже инет не прогружается. 1200. Ну, не хочет он. В конце не хочет, видите, да? Надо уже, наверное, что-то отсюда забирать. 8200. Вот это да. Вот это просто сюда, да, ребят. Вот такой получился видосик. Спасибо вам за внимание. Мы сегодня забираем 107 тысяч рублей. Микрофон был Бог. Увидимся. Пока-пока.